Кристина Кааралли оказалась в страстных объятиях Днабалана, помог участник «Голоса страны». Впереди участников проекта ждут финальные нокауты, после которых начнутся прямые эфиры и состоится четвертьфинал. Приглашенные звездные советники помогут тренерам не ошибиться и сделать правильный выбор. Известно, что Тине Кааралль придет на помощь молдавский матче, тренер «Голоса» 10 сезона Дан Балан, с которым певица приписывает роман. Так, на официальной странице вокального шоу в сети Instagram сообщили, что главный любимчик Каара и со сладким голосом Никита Ломакин исполнит на нокаутах хит «Ты беспощадна», под который Дан Балан закружит в танце Тину. Сможет ли Никита Ломакин пройти к прямым эфирам 11 сезона главного вокального шоу «Странный»? И поможет ли советник Дан Балан Тине Кааралли сделать правильное решение и выбрать сильных четвертьфиналистов? Делись своим мнением в комментариях, говорится в публикации.